Ребята, в какой из этих двух маек я выгляжу лучше? Брат Ян, эти слишком простые. Лучше что-нибудь с узором. С узором? Ну и вкус у тебя. Выкройка не нужна, думаю, вот этот хороший. Да-да, вот этот хороший. Мне нравится этот. Знаете, у брата Яна одежда известных брендов. К тому же он красавчик, ему подойдет любая, не так ли? Да. Брат Ян, твое дело в суд передали, не нервничаешь? А чего нервничать? Я плохого ничего не делал. Чего мне бояться? Это правда. Волосы вот отросли. Не стригся давно. Эй! Охранник Ван! Чего случилось? У меня завтра суд. Могу я попросить подстричься? Это все равно пассивная защита. Это все, что вы можете сказать? Сестра, мы знаем, ты очень волнуешься, но суд состоится завтра. Тебе нужно отдохнуть. Можете идти. Мне нужно побыть одной. Яньшень. Сяоу, что привело тебя сюда? Завтра ты идешь в суд. Ты не ответила, когда я звонила, а я решила зайти. Перекусишь? Не волнуйся, у меня нет аппетита. Ты так переживаешь, что не можешь есть и отдыхать. Завтра состоится суд, и Яньцзин же расстроится. Разве ты не говорила, что Яньцзин всегда выбирался из опасных ситуаций? Я уверена, и в этот раз он справится. Сейчас все иначе. Все, что происходило в последнее время, абсурдно. Какой-то большой кошмар. У меня плохое предчувствие, что на этот раз он попал в настоящую беду. И даже я не смогу спасти его. Яньцзин невиновен. Бог обязательно восстановит справедливость. Все думают, Яньцзин избалованный сынок высокопоставленного чиновника. Даже если он кого-то убьет, ему легко сойдет с рук. Но в реальности... Я из кожи вон лезла, но так и не нашла доказательств в его пользу. В тот день... Я почти... Я жалею, что не выдержала тогда. Если бы я смогла убедить ту соседку сказать, что Джан Юй был жив, когда уходил из дома моего брата, то с братом все было бы в порядке. Мы бы выиграли дело. Как ты думаешь, твой брат будет счастлив, если ты так поступишь? Знаю, сейчас ты очень напряжена. Но суд еще даже не начался. Нет причин быть пессимистичной. Ты не можешь сдаваться. Нужно идти в суд завтра с мыслью, что ты должна победить и показать всем свою уверенность. Уверенность? Уверенность поможет нам выиграть процесс? Даже если нет, ты сделала все возможное. Вот что важно. Послушай меня. Поешь, а потом иди домой и отдохни. Можешь идти отдыхать. Мне еще нужно просмотреть документы. Возможно. Возможно, я найду точку разрыва. Тогда я останусь. Сначала поешь.
Иди домой, прими душ и накрасься. Я зайду в кафе, заварю тебе чашку кофе, ты выпьешь его на суде. Это поможет тебе взбодриться. Сегодня 12 марта 2019 года, 8:30 утра. Через полчаса в здании промежуточного народного суда начнется суд по громкому уголовному делу об убийстве, потрясшему страну. Подсудимый Ян Цзинь – известный предприниматель нашего города. Раньше он был бойцом спецназа, сотрудником по борьбе с наркотиками. Жертвой в этом деле стал молодой студент колледжа. Машина адвоката Ян здесь. Она здесь. Адвокат Ян, адвокат Ян. Адвокат Ян. Адвокат Ян, вы уверены в сегодняшнем испытании? Адвокат Ян, я слышал, что прокурор Ван потрясающий. Вы уверены? На этот раз вы уступите? Пожалуйста. Извините нас, адвокат Ян, ответьте на наши вопросы. Адвокат Ян. Доброе утро, офицер Джао. Доброе утро. Вы тоже свидетель? Как обстоят дела с вашей стороны? Появится ли надоедливая дамочка сегодня в качестве свидетеля? Свидетелям запрещено говорить. Ты здесь? Садись. До начала процесса 5 минут. Почему Джи Сяоу нет? Всем встать! Можете сесть. Народный апелляционный суд начинается. Процесс стартовал. Вызовите подсудимого Ян Цзинь. Сначала приступим к судебному расследованию. Прокурор представит обвинительное заключение. Обвинение в Народной прокуратуре Ли Юань. Обвинение 54 прокуратуры Ли Юань 2019. Согласно судебному расследованию, 31 декабря 2018 года в 21:00 потерпевший Джан Ю отправился в здание номер 5 дворца Минхун в квартиру 8202 обвиняемого Ян Цзинь. Между ними завязалась драка. После того потерпевший Джан Ю был отравлен, но сороты его были зажаты, и это привело к смерти. После этого обвиняемый Ян Цзинь сумел избежать камер наблюдения и перенес жертву с виллы Минху в мусорный бак. Он использовал заранее подготовленную машину, чтобы перевезти Джан Ю в город. 1 января 2019 около 23:00 он расчленил тело и разбросал части в разных местах. Подсудимый Ян Цзинь незаконно покончил жизнью другого человека. Статья 231 Уголовного кодекса Китайской Народной Республики «Умышленное убийство». Факты этого преступления подтверждены доказательствами. Он должен понести уголовную ответственность за умышленное убийство. Прокуратура города Ли Юань, прокуроры Ван Юн, Ли Ин и Мо Вайлян. Подсудимый Ян Цзинь, возражаете ли вы против этого обвинения? Да. Какие возражения? В ночь инцидента я вступил в физическую драку с потерпевшим. Однако я не убивал его. Своими глазами видел, как он вышел из дома. Вы отрицаете убийство Джан Ю? Да. Ты убил моего сына и до сих пор не признаешь это? Ты хуже животного. Моему сыну 22. Почему? За что? К порядку. Как ты мог? Порядок. Подсудимый, садитесь. Далее. Прокурор допросит подсудимого.
Во время судебного разбирательства прокурор попросит тебя отвечать только «да» или «нет». Даже если некоторые вопросы намеренно предвзяты, ты не можешь дать больше объяснений, потому что дальнейшие объяснения будут звучать для судей как оправдание. Если прокурор будет ставить мне ловушки, мне же не надо слепо прыгать в них, да? Дело уже дошло до судебной стадии. Ты должен быть достаточно уверен в своем адвокате. Верь, что у меня есть способность обратить все против тебя. Подсудимый Ян Цзинь, я задам вам несколько вопросов. Отвечайте «да» или «нет». Больше ничего, понимаете? Да. Начнем. Первый вопрос. Какие у вас отношения с Джи Сяоу из кафе «Струящиеся мысли»? Друзья, любовные увлечения? Да. Вы были в официальных отношениях? Нет. По вашему мнению, какие отношения между жертвой и Джи Сяоу? Сестра и брат. Вы предупреждали жертву держаться подальше от Джи Сяоу? Или оскорбляли жертву и говорили, что Джи Сяоу никогда не влюбится в него? Да. Судья, больше нет вопросов. Теперь очередь защитника задавать вопросы. Вы сначала встретили жертву или Джи Сяоу? Разница между встречами 2 дня. Но вначале с Джи Сяоу. Вы влюбились в Джи Сяоу с первого взгляда? Можно и так сказать. А как на это смотрит Джи Сяоу? Сначала она не слишком любила меня. Очень плохо поняла. Но потом я тронул ее своей искренностью. Тогда почему вы не встречаетесь официально? Потому что я был под прикрытием в расследовании дела о наркотиках 103. И специально отдалился от Джи Сяоу, чтобы не вмешивать ее в это. Как думаете, жертве нравилась Джи Сяоу? Да. Нравилась ли жертва Джи Сяоу? Точно нет. Она видела в нем младшего брата. Поэтому вы предупредили жертву держаться подальше от Джи Сяоу. Вы знали о его личности и не хотели, чтобы она впала в ложь жертвы, да? Врешь. Мой сын не продавал наркотики. Мой сын не стал бы их продавать. Это невозможно. К порядку. Почему? Он не мог. Да. Раньше вы были полицейским в отделе по борьбе с наркотиками и раскрыли много дел. Вы особенно ненавидите наркоторговцев? Да. Вы видели, как Кей-Кей продавал наркотики на улице? Да. Особо вам не нравилось, что жертва была наркодилером, правильно? Да. Несмотря на то, что вы ненавидели его, вы решили помочь его матери, верно? Торговать наркотиками неправильно, но мать здесь ни при чем. На самом деле вы помогли его матери, чтобы понравиться Джи Сяоу, правильно? Это протокол допроса подсудимого Ян Цзинь еще до того, как он раскрыл свою личность. Здесь сказано, что он доставил телевизор матери жертвы, чтобы произвести впечатление на Джи Сяоу. К порядку. Есть ли возражения у адвоката подсудимого? Нет. Может кто связаться с Джи Сяоу? Она на звонки не отвечает. Может, что срочное? Давайте подождем немного. Вас скоро вызовут. Если можете с ней связаться, попросите ее поторопиться. Хорошо. Простите, набранный вами номер недоступен. Никто не отвечает? Только не говори мне, что с ней что-то случилось. Подсудимый, правда ли, что вы убедили жертву стать информатором полиции? Да. Жертву задержал и избил торговец наркотиками Лю Вэй, и вы отправили его в больницу. Это верно? Да. Вы избивали потерпевшего после того, как он вас предал? Да. Если бы вы не помогли пострадавшему, находился ли бы он в тот момент в смертельной опасности? Да.
У него были серьезные повреждения, как внутренние, так и внешние. Не доставь его в больницу вовремя, он бы мог умереть. Это медицинское заключение со дня избиения потерпевшего. Этот отчет может доказать, что у жертвы были серьезные травмы, и он находился при смерти. Даже если вы ненавидели жертву за то, что он вас предал, почему вы его спасли? Джан Ю должен был понести наказание по закону. До того, как он попал под действие закона, как полицейский под прикрытием, я обязан и должен был спасти его. Раньше жертва вас продала. Из-за этого ваш лучший друг детства получил травмы и впал в кому. В результате вы также избили потерпевшего в ресторане и угрожали ему, что не дадите спокойно уйти, верно? Да. Но это не значит, что я убил его. Это были слова злобы. Воспроизведите видео. Почему ты ударил моего сына? Почему ты ударил его? Я буду драться с тобой. Почему ты ударил моего сына? Почему ты ударил моего сына? Зачем ты его ударил? Я буду драться с тобой. Почему? Расскажи мне. Порядок в суде. Если эмоции не можете контролировать, полиция выведет вас отсюда. Подсудимый Ян Цзинь. Двое на видео — это вы и жертва, правильно? Да. В ночь убийства в вашей квартире. Вы были таким же, как на видео? Вы избили жертву, да? Возражаю. Я возражаю против субъективного заключения прокурора о том, что произошло той ночью. Ваша честь, я просто хотел четко описать, что произошло ночью. Возражение отклонено. Подсудимый Ян Цзинь, ответьте на вопрос. Да. В новогоднюю ночь жертва покинула вашу квартиру живой? Да. Ваша зажигалка была взята жертвой перед тем, как он ушел? Да. Почему вы позволили жертве взять такую личную зажигалку? У меня была наркотическая ломка. Джан Ю пытался остановить меня. Поэтому он и взял зажигалку. От наркотиков мое состояние ухудшилось. И сил сражаться с Джан Ю не было. Чтобы не навредить ему, я вытолкал того из своей квартиры. Кроме того, до сделки оставалось всего 2 дня. Мне нужно было сохранить энергию, чтобы дело раскрыть. Вот почему я не пошел к Джан Ю вернуть зажигалку. Вы попали на камеру лифта. Почему вы тогда вышли? Я очнулся через некоторое время, когда действие наркотика закончилось. Я увидел беспорядок. Честно говоря, я волновался за Джан Ю, поэтому и пошел его искать. Вы тогда видели жертву? Нет. Тогда почему вы не спустились и не поискали его? Хоть я и беспокоился за Джан Ю, я сильно нервничал в то время. Я немного задумался, решил не спускаться и вернулся в дом. Вы сказали, жертва покинула ваш дом, но его не засекли камеры наблюдения. Что вы думаете об этом? Потому что жертва не поднялась на лифте, а была атакована и убита тем, кто прятался у запасного выхода. Этот человек и есть убийца. К порядку. Я думаю, что целью настоящего убийцы был я. Внезапное появление Джан Ю разрушило весь его план, поэтому Джан Ю был убит. Что касается того, почему жертва появилась у запасного выхода, как его убили и как вывезли из квартала, я не могу понять до сих пор. Скажите, кого вы подозреваете? Лю Вэй. Последний вопрос. Когда вы узнали, что Джан Ю умер? 10 января. Мне рассказал о смерти Джао Тинхуэй, заместитель начальника уголовного розыска. Ваша честь, у меня больше нет вопросов. На этих фотографиях, которые полиция сделала в вашем доме, кровь жертвы обнаружена на вашей одежде. Последнее — это ткань кожи под ногтем жертвы. По отчету эксперта, это ваша ДНК. Есть возражения против этого? Нет. В ту ночь вы ударили первым? Да. Жертва била вас? Нет.
когда пострадавший был в вашем доме с травмами на полу, были у него кратковременные периоды потери сознания? Нет. Почему на вашей одежде его кровь? После ранения Джан Ю обхватил меня руками, чтобы я не принимал наркотики. Так кровь попала мне на одежду. Вы уверены, что это было так, а не потому, что вытащили жертву задом наперед из квартиры и испачкались? Протестую. Я возражаю на основании спекуляций без доказательств. Возражение принято. Ответчик не обязан отвечать. Третьего января, до совершения сделки с наркокартелем, кроме Чен Рюмина, никто, кроме жертвы, не знал о вашей операции под прикрытием, так? Да. Когда жертва появилась в тот вечер, вы боялись, что он снова сорвет вашу операцию? Да. Вы снова предупредили его? Нет. Вы его не предупредили, потому что на тот момент уже убили его? Сказал же, не убивал. Что вы делали после его ухода? Принял лекарство и спать лег. Кто может это подтвердить? Никто. Знаете ли вы о слепых зонах в вашем районе? Да. Хорошо. У меня последний вопрос. Первый урок в боевой подготовке спецназа — анатомия. Нужно хорошо понимать анатомию человека, чтобы уметь безошибочно атаковать. Как отставной офицер спецназа, вы умеете расчленять трупы, не так ли? Возражаю, наводящий вопрос. Возражение отклонено. Ответчик, ответьте на вопрос. Да. Далее следует перекрестный допрос. Прокурор и защитник. Допросите свидетелей. Какие у вас отношения с подсудимым? Друзья детства, товарищи, братья. Жертва — полицейский информатор. Это была ваша идея или моего клиента Ян Цзиня? С самого начала Ян Цзиня. Поначалу Джан Ю не собирался сотрудничать с полицией. Однажды я разочаровался в нем. Но Ян Цзинь попросил дать шанс. Когда Ян Цзинь был под прикрытием, ревновал ли он Джи Сяо к Джан Ю? И к их близости. Относился с настороженностью? Поведенчески нет, но мысленно да. Ян Цзинь не мог быть рядом с Джи Сяо. Ревновал к Джан Ю. Но он не обидел его из-за своих чувств. Вы видели, как жертва уходила через входную дверь подсудимого? Нет. Сколько раз вы выходили из дома в ту ночь? Дважды. Первый раз я попросила их вести себя потише. Я много стучала, но никто не открывал. Во второй раз я поднялась и увидела его стоящим у лифта. Я пошла пожаловаться ему. Каково было состояние обвиняемого? Его разум был ясен? От него немного пахло алкоголем. Он немного шатался на ногах. На мгновение его тело билось в судорогах. Он не выглядел нормальным. Я только коротко отругала его. Вы беспокоите своих соседей в новогоднюю ночь. Моя семья вам что-нибудь должна? Вы знаете, я пожалуюсь. Вперед, скорее, жалуйтесь. На его лице было злобное выражение. Больше вопросов нет, Ваша честь. У меня тоже нет вопросов. В тот день насколько четко вы слышали, что подсудимый собирается убить жертву? Отчетливо. Как он сказал? Очень сердито сказал: «Я убью тебя сегодня». В тот день слова, сказанные между подсудимым Ян Цзинем и потерпевшим Джан Ю, вы четко слышали все, что было сказано? Нет. Мне все еще нужно было все убрать. Это вы выложили видео драки в ресторане? Нет, это был не я. Как я мог загрузить его в интернет? Помогал ли вам и вашему сыну Ян Цзинь? И по какой причине? Он действительно помог нам. Тогда я была очень благодарна ему и Джи Сяо. Но теперь я знаю. Он сделал это, чтобы угодить Джи Сяо и завоевать ее. Деньги на операцию. Как Джан Ю объяснил вам это? Что он одолжил у друга? Сколько раз Ян Цзинь посещал ваш дом? Дважды. Однажды вечером у вас возникли проблемы со здоровьем.
Те, кто отвез вас в больницу, были Ян Цзинь и Джи Сяоу? Могу я спросить, где в это время был ваш сын Джан Ю? Мой сын был занят в школе. Обычно он сидит дома со мной. Несмотря на то, что вы с Джан Ю прожили все эти годы, вы не знали его истинной сущности наркоторговца. Почему же у вас сложилось такое негативное впечатление о моем клиенте, которого вы видели всего два раза? Ваша честь, я хочу напомнить еще раз. Показания свидетеля не объективны. Мой сын не торговал наркотиками. Мой сын не торговал наркотиками. Он не торговал ими. Он не торговал наркотиками. Вы должны выяснить правду. Вы должны быть справедливыми и честными. Мой сын не торговал наркотиками. Тишина. Он не был наркоторговцем. Тишина. Ваша честь, вопросов больше нет. Офицер Джао, какие у вас отношения с Джи Сяоу? Протестую, вопрос не имеет отношения к делу. Ваша честь, у меня очень важный вопрос. Адвокат, продолжайте. Она моя бывшая девушка. Как давно вы расстались? Больше 2 лет. Насколько я знаю, у офицера Джао с тех пор не было девушки. Это потому, что вы все еще не полностью отошли от разрыва, и поэтому испытываете некоторые субъективные эмоции по отношению к Ян Цзиню? Адвокат, пожалуйста, не задавайте вопросов, не относящихся к делу. На данный момент полиция нашла место расчленения тела и оружия. Еще нет. Покажите фотографии. На первой фотографии мой подзащитный Ян Цзинь, снятый камерой лифта. Он остановился перед дверью, но не вошел в лифт. На второй фотографии убийца толкает мусорный бак с телом Джан Ю и покидает территорию. Офицер Джао, это так? Да. По данным полицейского расследования, настоящим убийцей Джан Ю является человек в форме уборщика, да? Да. Полиция определила, что Ян Цзинь был этим уборщиком, основываясь на внешнем виде? Да. Это также означает, что помимо физических проявлений, полиция не нашла истинных доказательств того, что Ян Цзинь является человеком в костюме уборщика. Правильно. Спасибо. Ваша честь, у меня нет вопросов. Свидетель, вы свободны. Что Яньшень пытается сказать? Мое сердце колотится. Не торопись, это еще не конец. Подожди. Не спеши. Адвокат, свидетель Джи Сяоу еще не прибыла. Она будет давать показания? Ваша честь, свидетель Джи Сяоу уже в пути. Она принесет очень важные доказательства по делу. Поэтому я прошу суд временно прекратить заседание и продолжить его после. Передайте это адвокату защиты.
Ваша честь и судьи, полиция только что установила, что мой клиент переоделся уборщиком, чтобы вынести тело жертвы из его дома. По данным полиции, на первой фотографии Ян Цзинь появился в дверях лифта. Это может считаться началом движения тела. Дата записи 31 декабря прошлого года в 22:25. Он прибыл на место происшествия, изображенное на второй фотографии в 10:40 вечера. Разница во времени составляет 15 минут. То есть за эти 15 минут мой клиент должен был пройти с 8-го этажа, где он жил, в подвал, и пройти по слепым зонам в подвале, а затем добраться до места, где находился охранник. Отсюда большой вопрос. Не забывайте, что мой клиент был в середине наркотической ломки. Кроме того, в ту ночь он не принимал никаких наркотиков. В то время, когда его сила и воля были на исходе, мог ли он за эти 15 минут пройти с 8-го этажа в подвал, не попав на камеру? Поэтому мы провели эксперимент, чтобы проверить это. Ты готов? 3, 2, 1, начинай. Из-за нехватки времени мы нашли человека с похожей силой тела и выдали его за Ян Цзиня, чтобы он помог провести эксперимент. Этот человек на видео Фэн Вэйсин. Фэн Вэйсин нес мешок с песком того же веса, что и Джан Ю с 8-го этажа в подвал. В общей сложности это заняло 4 минуты 13 секунд. Дойдя до подвала, Фэн Вэйсин положил мешок с песком в мусорный контейнер и переоделся в одежду и обувь дворника. Это заняло 3 минуты и 20 секунд. Влево. Затем он толкнул контейнер и пошел по маршруту через подвал без присмотра, пока не достиг выхода. Это заняло 9 минут 39 секунд. В ходе от выхода из подвала к позиции фонарного столба дворник попался на камеру. Потребовалось еще 60 секунд. Ну как? Для обеспечения точности эксперимента мы повторили процедуру 5 раз по одному и тому же протоколу. Брат Фэн, давай повторим. В итоге среднее время всех экспериментов составило 18 минут и 2 секунды. На 3 минуты медленнее, чем время, заявленное полицией. Некоторые люди могут подумать, что 3 минуты ничего не значат. Но я хочу сказать, что этот экспериментатор работал наркологом, профессионально тренировался, а также много лет был спортсменом. По силе и ловкости он намного превосходит Ян Цзиня. Он может быть быстрее, чем Ян Цзинь. Если даже он не соответствует требованиям, продиктованным видео, то зависимый Ян Цзинь вряд ли сможет. Таким образом, этот эксперимент доказал, что Ян Цзинь не был уборщиком в ту ночь, и это также доказывает, что он не был убийцей Джан Ю. Убийцей должен быть кто-то другой. Ваша честь. Я закончила. По сравнению с субъективными показаниями свидетеля обвинения, я считаю, что эти вещественные доказательства могут лучше доказать невиновность клиента. Прибыл свидетель Джи Сяо. Прокурор, адвокат. Есть у вас вопросы к свидетелю? Нет вопросов, Ваша честь. Свидетель Джи Сяо. Какие у вас отношения с жертвой Джан Ю? Он был сотрудником моего кафе. Мы были как брат и сестра. Тогда я могу спросить, между жертвой Джан Ю, моим клиентом Ян Цзинь, и вами был любовный треугольник? Такого не было. Ян Цзинь и Джан Ю не были соперниками по любви. Последний раз, когда я видела Джан Ю, он сам сказал,
что Ян Цзинь хороший человек, и я его поняла неправильно. И что он будет братом, которым я буду гордиться. Насколько я понимаю, Джан Ю был готов работать в соответствии с планами Ян Цзинь. Он был готов сдаться. Что касается меня и Ян Цзинь, то мы никогда официально не подтверждали отношения. Но он единственный, кого я люблю. Только я знаю, как тяжело ему было в это время. Как сильно он страдал. Он очень старался спасти Джан Ю. Я считаю, что он невиновен. И я верю, что закон вынесет ему справедливый приговор. Всем встать! Что касается последних доказательств, представленных защитой, суд рассмотрит и расследует дело дальше. Приговор будет объявлен в другой день. На основании видеодоказательств, представленных защитой, суд установил, что над сотрудником спецназа проводились неоднократные эксперименты. Мы пришли к такому же выводу, и суд примет его. Вердикт следующий. В деле об убийстве и расчленении тела Джан Ю доказательств недостаточно, истина до сих пор не ясна. Поэтому мы признаем подсудимого Ян Цзиня невиновным. Пусть он будет немедленно отпущен на свободу.